Друг прилетел к нам позавтракать. Эй, дружище, ну не надо. Да я не буду с Приходят друзья на завтрак. И вон еще один тешится, сидит. У нас жесткий тут скалолазский резорт, поэтому тут много скалолазов. Достаточно очевидно. Логично. И вот у нас тут скалы, конечно же, вместе с ним. И вон ребятки что-то там собираются, полезу сейчас по лесенке и пойду там по маршруту, по какому-то, по скалам, куда-то будут, наверное, туда лезть, я не знаю. Непонятно. Но скал здесь много. Здесь скалы, там дальше скалы, там скалы, везде скалы. И вот туда можно плыть, и там тоже скалы. Ленка скалолаз. Вон, лазит тоже по скалам. Сейчас залезет куда-то. Сейчас вот так вот, без оборудования, без страховок. Залазит на самый верх. Так. Так. Я вас заснял скалолаза. Куча лодок тут ездит. Тут у нас межскалья. Меньше чуришься, меньше морщин. Вышли мы изучать хиппи-деревню и попробовать пройти через хиппи-деревню на Ралай-Бич как-то по кустам. Я не знаю, сейчас будем узнавать, как это делать. Так, мы уже три раза забыли что-то, возвращались домой, чтобы что-то взять, набили сумки полные чего-то, и теперь с чем-то пойдем вперед, ничего не боясь. О, у нас карта на ключах. Работает, чтобы открывать эту дверь. Потому что вчера ворота были закрыты, мы никак не могли пройти. Нас пропускал какой-то сотрудник отеля. Теперь можем пройти с помощью ключей. Так, мы попали в галерею. Здесь деревня Хибарей. Вчера по ней ходили, очень прикольно тоже. И сегодня опять идем. Здесь много наскальных живописей. Ох, тут какое-то коллективное творчество было. Давно. В новом 2016 году. А? Breakfast for Champions. Так, мы уже позавтракали. И что, подошли к Tourist Information. Он говорит, вы можете попасть сейчас на тур со светящимся планктоном. И он сейчас стартует и будет целый день до ночи. Но нам не нужно, мы хотим чисто на Glowing Plankton попасть. Поэтому будем искать. Нам вчера один тут лодочник кричал, хотите ли я могу вас свозить. Будем, наверное, его искать и спрашивать. Было бы прикольно попасть на светящийся планктон. Так, а деревушка становится какой-то культурной потихоньку. Смотрите. О. Тут уже что, давали резорт Краби Таиланд. Единорожки. Угу. Так, нужно нам дорогу искать начинать. Как нам убираться на Райбич. Грибы дает. Ну а местечко чило. Решили зайти. Барчик. Бар?
Что это? Местечко для чила. Там, там лодка, на которой чилят. Тут канат, который обожают люди, которые чилят. И столики с разными флагами. Бразильский, английский, ямайский. Так. Тут у нас поэм by Quest, Writing by Jordan. А тут огромное дерево, на котором должны жить макаки. Надо было у него спросить. Надо сейчас кого-то спросить, можно ли дойти. Мы нашли карту острова. Карта Краби. Вот мы идем сейчас по вот этой улице. Сверху. Клиник, вот мы тут справа клиник. Но Way to the Center мы прошли. Надо было идти там, где викинги, наверное. Jungle Pass. Jungle Pass. Еще на 45 мин. By walk. Разыскивается. Котик за чили тоже. Так. Ну, тут нам человек с красными глазами только что сказал, что безопасно через джунгли. Это отличный путь. Я ему верю, доверяю. Как же можно не верить? О, какой-то новый резорт строится здесь. Sign Yam Botanic. Скоро будет там на месте унитаза туалет. Тут резорт. Отлично. Тут еще есть дома. Вот они. Ресторан, резорт. Даже с панорамными стеклами. Ну, тут и горы, хочу вам сказать. Мы еще не дошли до тропы. Мы уже запыхались и устали. Кто же здесь живет, обедняли? Так далеко. Закрылись лаки-манки. В следующем сезоне откроются. Так, слушайте, что-то, что пищит. Это пищат цикады, как мы нагуглили. Еще мы видели, как такую пищащую цикаду схавала летучая мышь, огромная, такого размера. Просто сидела на дереве цикада, пищала, прилетела летучая мышь, схватила ее, она перестала пищать и улетела с чем-то в зубах. Это было интересно. Интересно, что здесь живут люди. В этих домиках. Ну, может, далеко, не знаю. До пляжа, наверное, минут 15 ходьбы. И они тут заселились. Прямо перед джунглями, которые воют. Это у нас бесконечный подъем вверх. Все идем вверх, 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 вверх. Сколько можно вверх идти. Надеюсь, что где-то будет такой же прекрасный спуск вниз. Отличная новость. Мы дошли до этой вершины. И теперь пойдем вниз. Оказалось, тоже не так удобно идти, но зато не запыхаешься хотя бы, но не так быстро. Что? Все, блин, идти вперед, чтобы сейчас есть какой-то монстр. То я это хотя бы увидел за снял. Иисус, нам помоги. Вот. Так, обратно пойдем по другому пути. Нам
люди, которых мы здесь нашли, сказали, что еще минут 10 идти пешком. И все время спуск вниз, не волнуйтесь, вверх уже не надо будет. Так вот, они нас успокоили. Фух. Впереди кусты. Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду. Мы откуда-то оттуда мы вышли. Оттуда. Тут Шварценеггер. По хищнику стрелял. Другого пути не было, насколько я мог видеть. Так, вышли мы к какой-то скале. Я думаю, это хороший знак. Домики и скала — это хорошо. Мы пришли на пшеничные поля. А что это? Ну, что-то похоже. Недалеко мы продвинулись. Идем по страшным чащам. Тут все люди забросили, здесь уже никого нет, все убежали. Потому что здесь огромные дикие обезьяны нападают на людей, на туристов, на всех. Рискуя сейчас нашими жизнями, пробираемся через... Оно и режется. Ленку режет, уже разрезают. Вот эти листы очень острые. Мы буквально кровоточим. Но идем вперед, мы дойдем. Ленка распадется сейчас. Да-да, указатель правильный. Вот оттуда мы пришли. Вот туда. А тут заброшенный отель, он ресепшн какая-то был, кассир, welcome, только некуда, все заброшено, макаки всех поубивали. Тут продвинутая доставка людей, не на поломашинках, как везде, ну на поло эти, а вот такой трактор для доставки туристов, куда они захотят. Еще он не очень быстро едет. Мы вон сколько уже прошли, а мы от них не отрываемся. Очень стараются, но не получается у них. Медленный транспорт. Так, из джунглей мы выбрались и решили теперь идти в пещеры. Куда же после джунглей-то еще идти? Так что вот наша пещера. Diamond Cave. Вот это я создал такой звук эпичный. Так, это для фоток. Ну что ж, надеюсь, оно будет стоить 200 бат. Делай ты чего? Я в темных очках ничего не вижу. Блин, одел темные очки. В пещеру. Блин, может очки переодеть? Да, сейчас переодену очки. Извините, нужно переодеть очки. Так-то лучше. Так-то лучше.